Югорчане стали чаще верить мошенникам. Только за последние сутки полицейские зарегистрировали 16 случаев дистанционных преступлений. В общей сложности злоумышленники получили от югорчан больше 2 миллионов рублей. К примеру, одному из потерпевших позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, а затем сообщил о задолженности. Таким образом, злоумышленник узнал реквизиты карты и похитил со счета больше 18 тысяч рублей. А вот в Нягани пенсионерка хотела взять кредит и перевела мошенникам около 80 тысяч рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых. Это жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Радужного, Нягани, Сургутского, Советского районов. Среди пострадавших больше мужчин среднего и пожилого возраста. Уважаемые югорчане, полиция Югры призывает вас быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.